Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я делаю необычное видео, немного объяснительное, немного с информацией, и как вы могли уже заметить снизу, то что речь пойдет о Покерадаре и о новой версии Пиксельмона. Делаю я это видео для лентяев, для ленивых жоп, которым легче месяц мне долбить в ЛС ВКонтакте и просить скинуть ссылочку на новую версию Пиксельмона, чем зайти в Google за 2 секунды, написать строчку Пиксельмон, зайти по первой же ссылочке и скачать новую версию Пиксельмона. Им, ребята, легче месяц мне строчить в ЛС. И поэтому, это первая тема, которую мы будем обговаривать. Вторая тема, это Покерадар. Многих уже заколебало, и те многие уже меня заколебали по поводу Покерадара. Он у них не работает, он у них выскакивает, каждые 2 минуты в одиночке он у них выскакивает, какая-то ошибка, обновиться и все такое. Ребята, проблему легко решить, просто нужно знать как, но чтобы уже наконец-то избавиться от этих проблем, чтобы я избавился от этих проблем, чтобы мне больше никто не флудил по этому поводу, я как раз поэтому делаю это видео. Ребята, я хочу вас, подписчиков своих, попросить... Если у вас кто-то будет спрашивать, а как исправить ошибку в Покерадаре? Где скачать новую версию Пиксельмона? Если вам им даже лень объяснять вот это, может вы тоже какие-то там знаете все, что где качать, где что установить, где как исправить какие-то ошибки, но вам лень им объяснять, потому что, мне кажется, есть и такие. Просто кидайте им ссылочку на это видео, делитесь с ними этим видео и говорите... Я тебе ничего не буду объяснять, вот тебе видео, там человек все объяснил, заходи, качай и используй, и больше там не бойся этих ошибок с Покерадара, и качай версию, когда ты захочешь, где ты захочешь и как ты захочешь, потому что все, я больше на эти вопросы отвечать не буду, я просто буду игнорить, кидать ссылочку, мол, вот держи, иди качай, пока не спрашивать. Ну что, ребята, давайте первое рассмотрим, где скачать новые версии Пиксельмона, ребята, не знаю, это где-то там на серверах в НАСА, в Пентагоне, ну, нужно секретные коды доступа вводить, чтобы зайти на тот сайт, зайти, ту ссылочку найти, ту ссылочку и наконец-то скачать Пиксельмон и взорвать ядерной бомбой нахрен всю Америку. Да, это так сложно, ребята, но все же давайте приступим. Официальный сайт Пиксельмона. Pixelmon.mod.com. Если вам даже лень писать вот этот мод в строке, просто зайдите в описание этого видео, нажмите на ссылочку на этот сайт и просто сюда зайдите. Это официальный сайт Пиксельмона, здесь вы можете найти новые новости, как видите, новостей тут действительно очень много, но самая суть то, что вы заходите вот сюда, Downloads, и тут смотрите любые версии, которые вам только нужно. Старые, новые, рекомендованные, на новые версии. Просто можете тут сидеть круглыми сутками и сидеть, и ждать, и гадать, когда же выйдет новая версия. Все, это я сказал, больше я никому не буду это повторять. Ссылочка на это видео. Всем, ребята, кидайте, делитесь, чтобы больше вас никто не спрашивал. Приступаем к Покерадару. Вот, ребята, Покерадар. Я специально его залил на Яндекс.Диск, чтобы вы могли себе скачать обновленный Покерадар. Я его сам нигде не находил, у меня была точно такая же проблема, как у вас. Но потом мне друг как-то тоже помог ее исправить, и все, у меня уже не вылазит это конченое сообщение, мол, там, обновите Покерадар, потому что он у вас устарел. Я его специально залил на Яндекс.Диск. Ссылочка тоже в описании, вы можете в любое время туда зайти и просто скачать вот этот Покерадар. Нажимаем, ребята, на скачать, вот подо мной там есть скачать, и все, ребята, и качаем сколько вам там угодно, качайте, 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 хоть по 100 раз качайте Покерадар, если вам он так нужен. Это во-первых, а во-вторых... может быть такое, что люди потом начнут: а, я уже Эдисон, как бы уже не могу скачать вот этот Покерадар, потому что там пишет, что превышен лимит там что-то бла-бла-бла, скачивание бла-бла-бла по этой ссылке, я сам знаю, есть такая хрень. Все, что вам, ребята, нужно, это просто сохранить этот файл на Яндекс.Диск. Если у вас нету аккаунта на Яндекс.Диск, просто зайдите в интернет,
скачайте, точнее, не скачайте, зарегистрируйтесь какой-то там, например, 123 собачка Яндекс.ру, 123 пароль, зайдите, сохраните, скачайте, удалите этот аккаунт на Яндексе, больше он вам не пригодится. Ну или можете, я не знаю, ну в принципе нет, это только единственный вариант, если будет писать вот ту хрень. Просто не поленуйтесь, зарегайтесь там за пару минут, скачайте и забудьте об этой проблеме. Ребята, надеюсь, я об этом рассказал. А больше у вас никаких проблем с этим возникать не будет. Ну вот и все, ребята. Больше я никому никогда не буду отвечать на вопросы. Эдисон, скинь мне новую ссылочку на новую версию Пиксельмона, потому что у меня ленивая задница, трудно зайти в Google, написать в строчку Пиксельмон и за 15 секунд найти, скачать новую версию. Нет, мне проще 2 месяца сидеть и тебе флудить в ЛС ВКонтакте, чтобы ты мне скинул новую версию. Да. И по поводу покерадара тоже так уже все достали. Поэтому, ребята, если вы не знаете, если ваши друзья не знают, если у вас просто-напросто потом будет кто-то спрашивать, мол, как мне это исправить, просто говорите, что, мол, там у Эдисона есть там решение этой проблемы, заходите, качаем покерадары, заходите на ссылочку Пиксельмона на сайт Пиксельмона и качайте там, сколько вам, ребята, влезет. Больше я повторять не буду. Надеюсь, я кому-то помог. Если вы какой-то про это все знаете, то... прошу прощения, это вам просто-напросто не нужно знать, но я делаю это для тех, кто действительно не знает, кто в этом не разбирается, или просто ленивая задница, как я уже ранее сказал. Ребята, вступаем в нашу банду крутых песен, все, что от вас требуется, это просто подписаться на меня, вы уже автоматически станете крутым перцем. Ну и, конечно, будет круто, если вы поставите отдельный лайк и оставите свой комментарий, тоже будет круто. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.